Всім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24 каналу. Пряма трансляція. Сьогодні 10 вересня. І вітаю нашого гостя. Це є політтехнолог Абаз Галямов. Абаз, здравствуйте. Здравствуйте, Ігор. Да, Абаз, от вийшло крайнє інтерв'ю секретаря Радбеза РФ Шойгу, но я спеціально придержував вопрос именно для вас о едином дне голосовании, потому что переизбрались во всех регионах губернаторы, те, кто были, те и остались. Что интересно, самое, там процент голосования за губернаторов при отсутствии, да, альтернативы, я так понимаю, не было даже конкурентов, наименьшее число, как ни удивительно, проголосовала за губернатора Курской области. Интересно, да? 60%. Почему так? Абаз, как вы оцениваете это голосование? Что можно сказать о вот проценте голосования от 60 до 80 за отсутствие альтернативы? Реально так поддерживают? Почему поддерживают? Или это просто не было за кого голосовать? Игорь, это вообще результат, который не имеет никакого отношения к действительности. За последние несколько лет российское избирательство, российское избирательное законодательство и в российскую электоральную практику было внесено множество изменений, которые и без того, мягко скажем, не идеальную ситуацию, но ухудшили до нельзя. Выборы как институт уничтожены, там полное отсутствие конкуренции. Я напомню, что на президентских выборах последних полгода назад Кремль отказался зарегистрировать против Путина даже никому неизвестную до того момента провинциальную журналистку Дубову и Надеждина, который никогда не был не то что лидером российской оппозиции, а вообще не рассматривался российской оппозицией в качестве серьезного самостоятельного игрока. То есть Надеждин, ну, наверное, я некорректно сказал, не то чтобы никогда. В начале 2000-х, когда СПС и Немцов еще боролись, еще сопротивлялись Кремлю, Надеждин был другом Немцова, одним из близких его соратников. Вот. И тогда, ну, тогда он еще был такой респектабельной фигурой. Но, опять же, фигурой второго уровня, то есть не самодостаточной, а один из соратников Немцова. Вот. А после убийства Немцова Надеждин, ну, он в информполе присутствовал исключительно как такая, знаете, фигура, ну, как Навальный как-то термин употреблял, не в отношении него, а в отношении вот подобного рода персонажей. Кремлевский Мурзилка. Ну, то есть человек, который согласился с ролью либерального мальчика для битья, ходит на кремлевские телевизионные ток-шоу, зная, что там, ну, вот его будут избивать. Ну, просто потому, что когда ты идешь один против, допустим, 5-6 других участников, каким бы умным ты ни был, тебя все равно заткнут. Ну, потому что эфирное время распределяется пропорционально между всеми ними. И, в принципе, вот на одно твое слово, на одно твое предложение, на одну твою мысль приходится 5-6 мыслей чужих. Это даже если ведущий будет честным. А да, ведущие на самом деле подыгрывают той стороне. Вот. Поэтому нормальные люди, подавляющие в своем большинстве, на эти ток-шоу не ходят. Вот. А Надеждин был один из тех, кто ходил. И поэтому его никто всерьез не воспринимал. Но его Кремль, при всем его вот этом шутейном таком статусе шута, знаете, придворного. Mm-hmm. Ну, то есть шуту вот позволяется при короле там говорить правду, да? Ну, у него статус такой. Ну, то есть никто всерьез не воспринимает то, что он говорит. Ну, тот шут. Вот. И Надежда на такой роли там долгие годы выступал. И даже его не зарегистрировали, понимаете? Ну, казалось бы, у тебя там рейтинг, как нам рассказывают, чуть ли там не 80%. Вот. Ну, что, ну, зарегистрируешь и всех. Выиграй у них, что ж ты? Ну вот, нет, Навального надо убить, этим в регистрации отказать, сотрудников их штабов пересажать, там сажают же, там же уголовные дела против, ну, кандидатов не трогают, а вот сотрудников их штабов, тех, кто там подписи собирал за них, вот, и против них уголовные дела возбуждают в регионах. Ну вот, поэтому вот нет конкуренции, избирательное законодательство изменено полностью, вот невозможно, принципиально невозможно
наблюдения. В Москве вообще по бумажным бюллетням практически невозможно проголосовать, за редкими исключениями. То есть все голосуют электронно. Электронное голосование принципиально не контролируется наблюдателями. Вот. При том, что сам институт наблюдения уничтожен. Ну так и сверху еще наложили то, что значит, бумажных бюллетеней почти не осталось. Ну, во всяком случае, в Москве, в других регионах еще остались, но тоже движение вот, направления перевода в электронное голосование, оно идет. Москва просто с опережением здесь работает. Вот. Поэтому, Игорь, строго говоря, вот обсуждать эти выборы имеет смысл только с той точки зрения, что значит, ну, вот, того спектакля, который они пытаются разыграть. Да? Вот в этом смысле, конечно, они могли бы сделать выборы более такими, результат более достоверным, если бы, например, нарисовали не очень высокую явку, вернее, такую, ну, близкую к реальной явку в этом, в Курской области. А они нарисовали в первый день, в пятницу, 45%, понимаете? То есть получилось, что прямо люди, вот в Курской области им заняться-то больше нечем, у них проблем-то больше нет. Вот они прямо, значит, сидели и ждали. И первый день голосования, как только открыли, значит, избирательные участки, они вот половина жителей Курского, 45, это почти 50, да, ломанулись тут же на участке и бросились, так сказать, голосовать. Ну, казалось бы, что за бред? Кто в эту картину поверит? Сотни тысяч беженцев, там, несколько муниципалитетов, значит, несколько десятков населенных пунктов просто захвачены, оккупированы врагом. То есть война идет, по сути, обстрелы там, да, они там бегут и голосуют, вот им больше заняться нечем. Причем бегут, голосуют за человека, который строил укрепрайон, про который говорили, на который были потрачены миллиарды рублей, и про который говорили, что теперь ни одна мышь не проскочит, а ВСУ этот укрепрайон взломали за 2 часа. Да? Но люди так счастливы за него проголосовать, что все бросим, бегут, и вот за него массу голосуют прямо в первый же день. Ну, то есть бред, бредовая картина. Зачем, казалось бы, такую картинку вот рисовать? То есть вы сделаете там, вот в других регионах высокая явка, а здесь низкая, да, и объяснение понятно, но тут боевые действия идут, да, тут. Вот, то есть можно было бы, в принципе, тонко сыграть с тем, чтобы вот повысить доверие к системе в целом, чтобы критиковать ее сложнее было. А они этого не делают. То есть они не способны уже, система настолько деградировала, они уже не способны вот в нюансах отрегулировать процесс, так сказать, да. Ну, то есть Кириенко, может, и рад был бы это сделать, да, но, значит, Панфилова и губернатор, уже, значит, наплевав на мнение Кириенко, который не очень, в общем, не очень-то его, свое мнение-то и продавливает уже, вот, бегут и рисуют процент, не потому что им плевать, что там избиратель подумает. Им надо Путину показать, что они по-прежнему эффективно управляют административным ресурсом. Что административный ресурс не ослабел, потому что они боятся, что Путин скажет, значит, а что это у вас там такая низкая явка, или что такой результат низкий, да? Так получается, вы там вообще ситуацию не контролируете. Вот. И вот чтобы он таких выводов не сделал, они плюют на достоверность, плюют на мнение населения. Соответственно, и население ко всему этому вот так относится со скепсисом, с недовольством. Вы почитайте, что там вот на немодерируемых значит, в форумах, там, в Телеграме или ВКонтакте, ну, ВКонтакте немодерируемых почти не осталось уже, в Телеграме больше, пишут люди. Ну, то есть там просто смеются над всем этим, да, издеваются, ну, либо злятся по этому поводу. Вот, то есть они реально уничтожают собственную остатки вот той социальной базы, на которой опираются. Вот это единственное, наверное, что можно по поводу этих выборов сказать. Кстати, а в вакханалии Аббас, о том, что происходит, вот вы вспомнили Курскую область и как это все выглядит. Мы с вами не военные, но это тоже на поверхности лежит. То, что вот курирует все там ФСБ, да, там, где выборы, там и сейчас КТО, контртеррористическая операция, там и Дюмин замешан, там и тоже как-то поделили на военные округа Курск, Брянск и Белгород. Вот как выглядит все вперемешку, логики не прослеживается, потому что если это ФСБ, так почему там военные округа? Если там военные округа, зачем тогда вот сейчас, кстати, в Курске очень кричат тоже в пабликах, потому что написали большие билборды, якобы подписывайте контракт с Минобороны Российской Федерации, но на фоне
фоне военной ВСУ с ребенком. Но все настолько как-то нелогично, да, настолько все как-то костряво сделано, коряво, что даже и не понять, куда это все движется. Ну, почему не понять? Понять в направлении коллапса, в общем-то. Вопрос просто, как быстро мы туда приедем, а направление движения – это как раз совершенно очевидно. То есть система, которую выстроил Путин, она не органическая, она в высшей степени искусственная. Она держится вот прямо на ручном управлении. Но ручное управление хорошо в ситуации, когда все стабильно, спокойно, можно еще чуть-чуть порулить. А когда вот ты сам погрузил систему в кризис, у тебя кризис, война, санкции, там, да, вот, репрессии. И в этой ситуации ну, система может выжить только если она вот органична, если она, значит, каждый элемент системы, ну, свою работу делает сам, а не ждет, пока сверху так сказать, прилетит там команда. А вот, а поскольку система вот управляется вручную, а управлять все сложнее, во-первых, кризис, а во-вторых, ну, в конце концов, есть и такие факторы, как когнитивные способности и способности работать самого Путина. Он же не молодеет, его работоспособность падает, вот, и умнее он не становится, он стареет. Вот, и все это в совокупности, конечно, ведет к деградации такой. Вот, поэтому, да, система функционирует неоптимальным образом. Вот, значит, такие вещи, как вот... то есть, как история с, вот, с там, перераспределением полномочий между ФСБ и военными, да, то, о чем вы упомянули, там же так до конца и непонятно вообще про Дюмина. То есть, информация появилась, что он едет туда в качестве главного куратора, а потом эта тема была в СМИ, там, так сказать, опять на, как бы на полоборота, не до конца, так сказать, опровергнута. Ну, то есть, она так была, вроде была попытка опровержения, но попытка опровержения тоже до конца не была доведена. Формально Дюмин там нигде не светится, формально он помощник президента по ВПК, военно-промышленному комплексу, то есть формально к боевым действиям он отношений вроде бы не имеет, но при этом, да, вроде бы там Дюмин слухи ходят, всем рулит. Значит, и такие вот ситуации получаются, когда... Вот, ну, как бы, когда вот, до ума не доведено, что называется, не докручено, да, то есть что-то начали делать и до ума не довели. Такое обычно бывает, когда вот Путин не уверен в правоте того или иного решения, и он зависает где-то посередине. И какие-то промежуточные вот такие истории возникают. Ну, как, например, в прошлом году было с конфликтом между Пригожиным и Министерством обороны. То есть и Пригожин, и Министерство обороны, они были подчиненными Путина, строго говоря, он мог, в принципе, навести порядок, стукнуть кулаком, так сказать, и навести порядок в их отношениях. Но он не мог это сделать. Вот он, потому что он не до конца понимал вообще, а как правильно. Ну, то есть, вроде и так правильно эти говорят. Вот эти так говорят, ну, вроде логично. А этот так говорит, ну, тоже вроде какой-то смысл во всем этом есть. Вот, и поэтому он позволял реализовываться одновременно двум сценариям. Вот, и здесь, похоже, такая же история. Чем закончилась та история, мы помним. Ну, посмотрим, чем закончится это. Да, Аббас, я вспоминал о Шойгу, он дал крайнее интервью. Давайте послушаем часть интервью и проговорим. Турция нам предложила, сказала, вот под них поступило такое предложение, давайте мы... Значит, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, значит, и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте. Давайте мы такое решение примем. Вот. И когда для нас это было большое удивление, конечно, через какое-то время они сказали, нет, мы не пойдем на это соглашение. И когда произошел курс, нам стало понятно, что имелось в виду под объектами атомной энергетики. Да, Аббас, но опять они пытаются сыграть хороших полицейских. Ну вот мы готовы были не бить по энергетике, потом по-другому, но потом случилась курская операция. Просто немножко Шойгу молчит о том, что
это обещание уже после того, как вся энергетика, генерация была разбита в Украине. Конечно, когда вот лежит побитый человек, ты можешь сказать, да, ну давай дальше не драться. Ну, конечно, зачем драться, если он лежит. Но вот сам факт того, что Эрдоган предлагал, я так понимаю, это не было так именно «я предлагаю, а вы подумайте». Там, наверное, как-то другие рычаги работали, это раз. И второе, хотел бы вас спросить, сейчас очень много и Путин, и Шойгу, и Лавров говорят о посредниках, переговорах. Вот в Саудовской Аравии Лавров 9 сентября встретился с представителями Индии и Китая, проговаривали как войну в Украине. Потом вот сейчас специальный представитель Индии летит в Москву говорить о каких-то целях или посредничествах. Ну и сам Путин на Восточном экономическом форуме назвал Китай, Бразилию и Индию три страны, которые могут быть посредниками. Почему именно сейчас столько разговоров со стороны Кремля о переговорах и посредничестве? Ну, во-первых, потому что есть общественный запрос на это. То есть Путин пытается показать обществу, что он ведет себя адекватно. Вот как люди хотят, так он себя так и ведет. То есть желание Путина и желание людей совпадает. Во-вторых, объективно возможности воевать до бесконечности очень сильно преувеличены. Тот факт, что им нечего было противопоставить ВСУ на Курском направлении, говорит о том, что у них очень серьезные проблемы с ресурсами, ну, в первую очередь, с человеческими, потом, наверное, с оружием тоже, с организационными, минимальной координации между пограничниками и военными, и в итоге прозевали удар, да, просто оказались не готовы, при том, что, сейчас вот на поле боя, когда... за сколько американцы предсказали вторжение путинской армии в Украину тогда, в 2022 году? За несколько месяцев, да? Месяца за два, по-моему, точно. Как ты можешь собрать, учитывая наличие там спутниковой связи и так далее, серьезную группировку, при том, что у тебя есть возможность ее увидеть? Казалось, невозможно, да, но это произошло. Да, вот каким-то образом они умудрились это дело прозевать. Помните интервью? Их несколько штук подряд выходило, когда иностранные СМИ брали интервью украинских солдат, вернувшихся из Курска. Кто-то был ранен, кто-то там в рамках ротации вернулся, да, и они давали интервью. И они рассказывали это удивительные вещи, что солдаты, которые, российские военные, когда они туда вошли, и стали, так сказать, их там окружать, захватывать. Они были там где-то без оружия, где-то там сидели, кофе пили. Их не то, что туда не перебросили резервов, даже те, которые там были, они были совершенно не готовы к происходящему. У них с ресурсами вообще большая беда. С людскими, с оружием, с организационными, и с экономикой тоже ситуация ухудшается. Общество устало, то есть бесконечного ресурса терпения народа, элит тоже нет. Как в этой ситуации? Понятно, надо договариваться. Да, поэтому эта тема переговоров, она, конечно, постоянно присутствует в поле, потому что таковы объективные потребности страны, и даже где-то, я бы сказал, режима, хотя, конечно, с режимом чуть сложнее. Но поскольку окончательного решения нет, то там, опять же, разброд и шатание. Тот же Шойгу, он же сегодня заявил, что пока мы их, так сказать, не выгоним из Курской области, переговоров не будет. Да, вас извините. При том, что сам Путин пару дней назад сказал про переговоры, ничего не говоря про Курскую область. Кстати, да, Аббас, тоже мой был следующий вопрос, что Шойгу вспомнил о переговорах, но есть одно «но», это Курская область, и, как он сказал, с террористами никто говорить не будет. Но до Курской операции Путин говорил следующее перед первым саммитом мира, что есть четыре региона Украины, которые мы аннексировали. Если ВСУ выйдут с Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, тогда, может, будем говорить. Я здесь уже смена каких-то, целей СВО или как это назвать. Потому что раньше же Курска не было, и Курск не был той красной линией, которая запрещает говорить. А сейчас Курск
это красная линия? Ну, Игорь, смотрите, они же не отказались от того ультиматума, да, от планов захватить все эти четыре региона. Просто теперь добавилась еще одна цель. Теперь еще надо Курск отбить. Ну вот, и я думаю, еще повоюют, и цели еще добавятся, еще что-нибудь надо будет отбивать. Ну вот, если посмотреть на динамику, строгая динамика для них совсем не утешительная. Они начали с Киева за 3 дня, а теперь героически пытаются Курск отбить. Вот. Если так же продолжится, что дальше будет? Вот. Ну, но, тем не менее, в общем, отвечая на ваш вопрос, я тут противоречия-то не вижу. То есть они, ну, как, если исходить из того, что мечтать не вредно, ну, они вот мечтают. Мы сейчас, значит, Курск отбьем, да, а потом сядем за стол переговоров и заставим их отступить с территории вот этих 4 регионов, которые, ну, теперь якобы, так сказать, наши, российские. Ну, вот как-то так. Да, Аббас, я также хотел бы вас спросить о том, что Иран передает или передал ракеты «Фатех-360» России. Много об этом говорит, и я много говорю на стримах, потому что это важная новость. Почему именно сейчас, почему Иран решился на этот шаг? Раньше же что же Россия очень давно уже просила эти ракеты. Я помню, где-то год назад поднимался этот вопрос. И вот сейчас, что интересно, Иран дал и официально подтвердил, что он дал малый радиус действия, это 120 километров, там еще больше и больше есть. Как вы считаете, может Иран так проверяет реакцию США и Запада, или таким образом еще есть вариант, говорят, что Иран таким образом хочет показать Соединенным Штатам Америки, что вот давайте договариваться и снимать часть санкций, чтобы мы больше не давали ракет. Потому что, если честно говоря, вот военные эксперты говорят следующее, что 200 баллистических ракет – это не так уж просто много, что изменит войну. Потому что Россия и так изрядно много запускает ракет, крылатых и баллистических по Украине. Игорь, я бы вообще не исключал, что сейчас, что ракеты передавались и раньше. Uh-huh. Но просто сейчас об этом стало известно. Я бы этого не исключал. Просто сейчас вот произошла утечка. Вот. Я не настаиваю на этом, повторюсь, но исключить этого не могу. Во-вторых, Иран сейчас оказался в таком дурном положении вот в связи с обострением конфликта с Израилем, да, когда у них внутренний разлад очень серьезный. То есть до этого был хардлайнер президент. Хардлайнер погиб, а новый президент избрался реформист. Хардлайнеры не смогли победить реформиста. И теперь у них внутренний разлом. Причем это наложилось на дискредитацию, очень сильную дискредитацию как раз этого лагеря консервативного, хардлайнерского. Да? Израиль умудрился убить в Тегеране главного союзника. Ну, в общем, вот отрубил щупальца, так сказать, одно. Да? Причем публично, вот, унизив в максимальной степени. Вот. И они оказались на грани войны с Израилем, которую они боятся, они очень не хотят ее, да, и поэтому они там кричат о мести, но пока до мести так и не дошло. Вот. И в этой ситуации я не исключаю, что они вообще, я думаю, там вот сам Верховный Аятолла, он в такой растерянности, он реально не понимает, что ему делать. Теоретически ведь он может, то есть это совокупность внутреннего кризиса и внешнего. Ну, то есть и там, значит, колоссальное перенапряжение сил и отсутствие стратегии вот, оптимальных действий. То есть ты реально не понимаешь, что тебе делать. И они начинают суетиться. Ну, например, они объявили о том, что они будут столицу переносить из Тегерана куда-то на юг. Ну, то есть у них же вообще с экономикой швах, да, санкции это там, более долго, там, во-первых, давайте, я не специалист в области экономики Ирана, я не буду там в причины вдаваться, но, тем не менее, ситуация экономическая прям совсем швах, хуже, чем в России. И они же, кстати, вот это же стало известно, вот эти ракеты меняют на пшено, на бобовые, ну, то есть на какую-то продукцию сельскохозяйственную. Да, у них
Значит, при том, что в принципе вполне можно там, ну там испокон веков там была сельскохозяйственная цивилизация, да? То есть даже при отсутствии современных технологий там в принципе можно было вполне, значит, выращивать и бобы и все такое прочее. Нам очень серьезные проблемы сейчас с засушливостью, с все системы ирригационные какие-то у них были, они деградировали, новых нет, поэтому там колоссальные проблемы с сельским хозяйством. И значит, они поэтому, ну, вот вынуждены прям как индейцы уже какие-то, туземцы, значит, меняют, значит, ракеты на бобовые. То есть ценный товар, технологический такой ценный товар на какую-то ерунду, как вот на зеркальце меняли рабов, да, там, не знаю, стеклянные бусы, да, когда-то. Значит, вот в этой ситуации, когда они, говорю, мечутся, там, то столицу начинают переносить при полном отсутствии денег, ну, то есть явно не туда, куда надо вкладывать. Но, может быть, вот эта вот история с этими ракетами, это тоже проявление такого вот кризиса. То есть далеко, я к тому, что вот, Игорь, далеко не всегда, значит, в политике, ну, все делается рационально. Иногда это... Даже не то, что иногда, на самом деле достаточно часто. Это просто суета. Это когда ты понимаешь, что что-то надо делать, а что делать ты не понимаешь. И ты как слепой щенок тычешься там в разные направления, да, и носом. И пытаешься понять, там, вот, может сюда пойти, может сюда пойти. Ну, то есть Россия союзник, она требует, вот, она, значит, ей надо. У нас есть, ну, может быть, действительно важен союзник. Ну, то есть хочется на что-то опереться, понимаете, Игорь? Uh-huh. Вот. И, ну, и тут вот мысль, что ну, сейчас вот не дадим им, да? А Россия чувствует же, что у Ирана проблема, да? И она давит, требует, обижается, так сказать, я думаю. Да? И в этот момент Аятоллах думает, ну, если сейчас я им не дам еще, то еще они на нас обидятся, поссорятся, так сказать, с нами. И тогда, ну, совсем пиши пропало. И, может быть, это вот без всякого там большой такой долгосрочной стратегии, просто в силу неспособности сопротивляться, ну, они вот идут на это. Ну, то есть просто пошли на поводу у России. На самом деле такое в истории вот российско-иранских отношений бывало неоднократно. Как минимум за последние 200 лет несколько раз Россия буквально ставила Иран на колени. Ну, вспомните, в 41-м году вообще мы с Англией Иран, по сути, разделили. Между 41-м и 45-м половина Ирана была оккупирована советской армией. Тегеран 43. Почему конференция в Тегеране прошла, помните? Угу. Вот. Поэтому, ну, вот паттерн есть, так сказать, и сейчас та же самая история. Вот режим Аятолл, который, ну, прям вот совсем на ладан дышит. Вот, ну, вот он впал в такую зависимость уже от России, похоже, что, ну, вернее, наверное, некорректно сказать, впал в зависимость от России. Он просто вот утратил точки опоры и пытается в России их найти. Вот так, наверное, корректнее сказать. Может быть, так, Игорь, не знаю. Ну, то есть я сейчас просто пытался порассуждать. Да, у меня далеко не на все ответы, на все вопросы на самом деле есть ответы. Да? Нам известно не так много. Ну, то есть мы же не знаем нюансы переговорного процесса по поводу этих ракет. Да, Аббас, но все же нельзя назвать Россию и Иран союзниками, да? Это ситуативная какая-то помощь, да, или выгода каждой страны? Нет, смотрите, это союзники с точки зрения режимов, они, ага, поскольку, как говорят, против кого дружат, да, общий враг, Запад, демократии, и те автократы, вот, и автократии всех стран объединяются, так сказать, да. Вот почему Китай вдруг союзник? Да именно потому, что задолбали эти демократы, которые учат нас, так сказать, уважать права человека, там, честные выборы и так далее, и так далее. Мы вот будем этому сопротивляться. Ну, а сопротивляться легче, сбившись в кучу, естественно. Вот, поэтому они союзники. Надо просто понимать, что это союзниками являются режимы этих стран, а не сами эти страны. Поскольку режимы эти неорганические, они не выросли оттуда естественным образом. Каждый из них пришел к власти, вот это правда, что китайский этот нынешний режим,
в 49 году, что этот иранский в 79-м, что этот путинский. Они просто выросли на проблемах, как, знаете, организм ослабевает, да, и та инфекция, которая вот пока организм крепок, не принесет никакого вреда организму. Вот, когда организм ослаблен, вот, эта инфекция прорастает, превращается в полноценную серьезную болезнь, овладевает, так сказать, организмом. Да? Вот та самая история. То есть из предыдущих проблем выросли режимы, которые, ну, строго говоря, противоестественны, не соответствуют исконным интересам и чаяниям, так сказать, самих социумов, но сами социумы подчинены, как когда-то в какой-то момент рак, так сказать, подчиняет себе тот организм, на котором паразитирует, да, его начинает убивать. Вот та же самая история. Но сами режимы, конечно же, союзники, они прям друг без друга не могут. Да, Аббас, как всегда, спасибо вам за разъяснение и объяснение. Спасибо, что нашли время проговорить важные процессы. В том числе, и вот важно, мы проговорили, на какой стадии какие отношения между Ираном и Россией. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Нагадаю, нашим глядачам з вами був політехнолог Аббас Галямов. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Мене ж звати Ігор Гаврищак. З вами ми побачимось в ефірі 24 каналу.